Привет, братцы рыбаки. Пока еще вот стоят у нас вот такие теплые деньки. Собираюсь завтра на рыбалку. И сейчас вам хочу показать, как очень легко и быстро сделать насадку на карася именно для прохладной погоды. Сейчас у нас на улице где-то 5 градусов плюса. Что, переходим в дом, начинаем делать. Итак, рецепт приготовления этой приманки очень простой. Но в то же время она отлично себя зарекомендовала именно на осенней ловле крупного карася. Ни для кого не секрет, что карась любит различного рода печенье. Очень ему нравится такое печенье, как овсяное. В моем случае даже оно с изюмом. Это будет основной компонент будущей насадки. Несколько печенюшек выкладываем в какую-нибудь емкость. В моем случае хватит, допустим, даже 5, потому что я еду только на утреннюю рыбалку. Теперь заливаем это все тепленькой водичкой, чтобы печенье разбухло. Сильно много лить не надо, достаточно чуть-чуть их погрузить и подождать, пока они раскиснут. Прошло пара минут, как вы видите, печенье практически уже стало такое, как кашица. Можно приступать к замешиванию. Все аккуратно вымешиваем в однородную массу. Туда же чуть-чуть добавляем растительного масла, желательно нерафинированного, чтобы было запахом семечек. Также можно засыпать буквально 1/3 чайной ложечки какао-порошка. Карась в озере, в котором я буду рыбачить, почему-то именно любит какао-порошок, поэтому я его добавляю и в насадку, и в прикормку. Туда же добавляем ванильный сахар. В этом пакете у меня 20 грамм. На такое количество достаточно грамм 5-10. Вместо ванильного сахара можно добавить также ванилин. Ну и теперь, чтобы достичь нужной густоты нашей насадки, добавляем манную крупу. Сперва чуть-чуть добавили, замешиваем. Смотрим, какая консистенция нам нужна, и потихоньку досыпаем еще. Получается что-то типа мастырки. В конечном итоге эта насадочка должна получиться примерно по густоте, как пластилин. Не бойтесь пересыпать манку. Если сделаете слишком густую смесь, то всегда ее можно разбавить водой. Как видите, это тесто к рукам не прилипает. После того, как все перемешали, дадим ему немного настояться. И все, наша насадочка готова. Можно ехать на рыбалку. Здесь нет никаких быстро портящихся продуктов. После того, как тесто у вас пролежало минут 10 после приготовления, можно смело его одевать на крючок, делая шарики нужного размера, и идти ловить карасиков. Соответственно, если вы хотите рыбачить на донку либо на фидер, надо делать его чуть-чуть гуще, чтобы при забросе оно не слетало с крючка. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите свои варианты приготовления в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем пока.